Сегодня приехали делать топливник. Внутрь будем устанавливать котел. Люди без нас произвели демонтаж. Здесь какая-то духовка стоит. Так, перфорация Аня кладет из последних сил. Подвеску не стали делать обратной крепности. Будем швами регулировать. Значит, первый ряд сразу ставим дверку поддувальную. Вот фотография моего проекта. Значит, так вот будет примерно он выглядеть, этот проект. Вот. А тем временем Саня финиширует. Так, значит, у нас получается четвертый ряд я сделал. Разогнался что-то, не забыл подснять. Перекрыл дверку, там у меня везде, видите, вата каолиновая. Все уплотнил, сверху тоже потолще слой. На расширение, чтобы ничего нигде не треснуло. Сейчас все пока, да? Сейчас еще один ряд на сегодня. И будем там думать, смотреть, как размеры снимать котла. То есть сейчас еще один ряд кладем. И будем размеры, ну может два там ряда получится. Так, Эльдар нам сделал котел, ставили, здесь подкладочку сделали, немножко этот угол подняли, чтобы завоздушивания не было системы. Ставим дверку, ДТ-4 подготовлено уже. Значит, у нас получается, сейчас мы перекрываем уже топочную дверку. Этим рядом мы уже перекрываем теплообменник, регистр, котел, как хотите. Показываю зазорчики обязательные. С этой стороны побольше получился. Здесь тоже зазорчик. Так, что сыра дюймовка. Единичка. Торчат, видите, нормально. Не сильно, не мало. В самый раз. Печку потом кольцовывать будут. Поэтому я побольше оставил. Ватой затыкаю. Сейчас перекрываю дверку. Так, значит, начал я класть рубашку, футировку. Значит, я кладу лещатку. Лещатка 4 сантиметра. У нее толщина 6,5 сантиметров. Все, первый ряд положил. Буду закладывать, значит, ленту формировочную в каждый ряд. Забыл, как всегда, снять. В общем, положил я плиту. Здесь у меня тоже плита. Это сделано так, чтобы прикрывало красный кирпич. На 1,5 сантиметра она у меня чуть пониже лежит. Сейчас здесь еще обрезок плиты сделаем. Вот так где-то поставим. Чтобы газы здесь выходили, разворачивались. Ручки. Оп. Хорошо. Так, значит, мы сделали ряд. Сделали ряд, который уже финальный. На него уже встанет плита. Сильно большие свисы кирпича. Но тут я зажму сверху. В принципе. Думаю, плита не довонет. Здесь мы, значит, плита ляжет. Здесь еще ляжет кирпич. Ну тут не очень хорошее место получается. Ну, у нас тут особо вариантов нету, как по-другому сделать. Либо еще наряд себя поднимать. Но тут и так уже. По пуп уже и так метр. Выше некуда. Так, значит, закончили мы время. 4 часа. Получился перепадик. Тут сверху будет плиткой заделано. Выложат. Ну, растворчиком там выведут. Комфорки. На герметик порекомендовал сделать. Хочешь, Маша, 25 покажи. Так, здесь что сыра. Дюймовки. Да. В принципе, все. Вид изнутри. Лещатка. Все, всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, тот молодец. Пишите комментарии. Пока-пока.